Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас очередное видео с подборкой монет, которые мне попались при переборе 300 монет из, как говорится, из мешка. Сейчас посмотрим, что же у нас здесь интересного попался. Определимся по каталожной цене, по каждой монеточке. Первый этот у нас попался 1 цент 1960 года, США. Так, метка монет на двора. Денвер, вот буква D стоит, 1960, Линкольн Цент, вот материал у нас мид-цинк, каталожная цена чуть выше 4 гривен. Следующая наша монетка, это у нас тоже США, 1 четвертая доллара, вот 1 четвертая доллара, с таким красивым изображением орла, вот четверть доллара Вашингтон, каталожная цена чуть выше 6 гривен, вот 85 год монет, метка монет на двора, цифра, буква П, Филадельфия. Следующая наша монетка более такая подубитая, но все-таки читаема, Индия, 10 пайс, походу 1973 года. Так я изучил в микроскопе. Такая вот интересная, нестандартная монетка. Ну, конечно, подубитая. Каталожная цена 10 гривен. Материал алюминий. Следующая наша Индия. 1 рупий 1992 года. Метка монет на двора звезда. Значит, Гайда Барад. Вот каталожная цена 10 гривен. Следующая наша тоже Индия. 2 рупий. Без метки монетного двора, то есть Калькутта. Так, 5-2 рупия 2013 года. Материал у нас нержавеющая сталь. Вот каталожная цена ровно 7 гривен. Следующая наша монетка 1 рупий. Тоже без метки монетного двора. То есть значит у нас получается Калькутта. Город, где чеканилась монета, 1 рупий 1997 года, каталожная цена 7 гривен, также самая нержавеющая сталь. Следующая наша монетка, это австрийская. Австрия, 5 грош 1957 года, то есть довольно такая старенькая монетка, она цинковая, все монетки в цинковом таком вот сохране в основном большинстве. То есть в лучшем сохране очень тяжело когда найти, но монетка довольно таки старая. С обихода, каталожная цена 6 гривен. Следующие наши монетки Австрия, 10 грош, 71 год, материал алюминий, каталожная цена данной монетки чуть больше 4 гривен. Также у нас 10 грош, но уже 64 года. У меня есть 62 и 64. 64 года каталожная цена 5 гривен. Материал алюминий. Также самое 62 года есть. Чуть почти 4 гривня. Каталожная цена. Также алюминий. Следующая наша монетка. Это наши монетки Болгарии. 1 сотенка 2000 года. Сталь с латунным покрытием. Монетка магнитится. Вот. Каталожная цена почти 3 гривня. Следующая наша болгарская монетка. Это 50 сотенок. 1999 год. Вот монетка с обиходной. Такая вот симпатичненькая. Болгария. Каталожная цена почти 7 гривен. Материал у нас мидный никелевый сплав. Следующая у нас более старенькая монетка. Это у нас 2 сотенки. Это старого такого образца. 2 сотенки 90-го года. Каталожная цена монетки 10 гривен. Республика Болгария. Так, и такая одна из интересных, что сегодня у нас попались, но не сильно дорогих. Это Дания 25 эра. Такая вот нестандартная монетка с отверстием. Вот. 1967 года. Год тоже довольно-таки старый. Вот. Правителя Фредерика 9. Каталожная цена монетки чуть выше 5 гривен. Следующая наша монетка, это у нас Португалия.
50 центаво, 1977 год. Материал монетки бронза. Монетка с обращением. Вот. Каталожная цена 5 гривен. Следующая наша монетка. Это у нас Барбадос. 1 цент. Такая вот монетка с таким красивым изображением герба. 2006 год. Каталожная цена монетки 6 гривен. 1 цент. Такая вот красивая монетка. Вот. Правитель Лизавета II. Цинк с медным покрытием. Следующая наша монетка тоже довольно-таки красивенькая. Это у нас Кипр. 10 центов. 1983 года. Монетка с никель-латунь. 83 год. Каталожная цена почти 7 гривен. Следующая наша монетка. Это у нас Тунис. 5 миллимов. 1960 год. Монетка такая подубитая. Но все-таки год читаем. Таким изображением дерева. Каталожная цена почти 4 гривня. Вот. Материал алюминий. Следующие наши монетки. Это у нас две монетки Таиланда. 1 бат. Год, конечно, здесь определить очень тяжело. Надо смотреть эти иероглифы. Вот. Изучать. Но это 1 бат. Такие вот две монетки. Они, в принципе, все каталожная цена. Их чуть выше 5 гривен. Вот. Все их цены, в принципе, вот такие вот. То есть такая же самая 5 бат. И последняя монетка на сегодня. Тоже такая довольно-таки подубитая. Но все-таки это монетка Египта. Мидно-никелевый сплав. Вот. Это 1,5 миллима 1938 года. Все-таки слабо, но читается. У нас здесь иероглифы. Вот, каталожная цена довольно-таки, это одна из сегодня дорогих таких монеток, ну, конечно, подубитая, но каталожная цена данной монетки это почти 30 гривен. Материал у нас медно-никелевый сплав. Вот такой вот у нас сегодня краткий вот обзорчик монеток, что там на сегодня попало. Вот, все монетки будут выставлены в группе в Фейсбуке, ссылочка в описании, переходите, ставьте плюсики. Монетка ваша. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем YouTube-канале. Не забываем подписаться, поставить лайк.